Патрульно-постовая служба по праву зовется самой народной службой полиции. В любое время суток, в любое время года на людных площадях и в темных переулках сотрудники патрульно-постовой службы оберегают нашу жизнь и собственность, обеспечивая правопорядок. Табельное оружие, наручники, радиостанция — с таким комплектом ежедневно выходят на улицы города полицейские. Удаление с улиц и других общественных мест граждан, находящихся в состоянии опьянения, пресечение других административных правонарушений в конечном итоге направлено на недопущение совершения более тяжких преступлений. Наша основная задача – это охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на улицах, в общественных местах. Также нашей задачей является выявление административных правонарушений, выявление, пресечение, раскрытие преступлений, преступлений по горячим следам, ну, и оказание помощи другим подразделениям ОВД. За достойную службу сегодня в центре города на площади Славы были награждены действующие сотрудники патрульно-постовой службы и ветераны ППС. Сегодня мы также на данном мероприятии поздравили сотрудников патрульно-постовой службы, у которых 2 сентября было 95 лет со дня образования данного подразделения. И мы вручили наиболее отличившимся сотрудникам награды, которые они достойно заслужили и проявили себя при несении службы. Сотрудники патрульно-постовой службы всегда на виду. Они являются собой лицо российской полиции. И в основном по ним судят о работе ведомства в целом. Ежедневно, выходя на службу, каждый сотрудник подразделения обязан помнить об этом и достойно выполнять свои профессиональные обязанности. Виктория Врабия, Максим Колосов, новости провинции.